Некоторая отрешенность и неуверенность заключенной буквы «И» мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Обладатели этого имени фанатично воспринимают различного рода символы. Некоторые символы захватывают их головы до такой степени, что их невозможно ни в чем переубедить. В аргументировании своих действий они могут ссылаться на мистические вещи, которые в реальной жизни по существу не играют никакой роли. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Носители этого имени зачастую отторгают общество от себя единого, не воспринимают критику. У этих людей бывает мало друзей. Так происходит потому, что они меняют верных товарищей как перчатки, не обращая внимания и мнения человека, который был для них минуту назад самым преданным и верным. Друзья держатся около этого человека очень короткое время, иногда пропадают навсегда из-за их двуличности. К слову, у владельцев этого имени нет представления друг, близкий или товарищ. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывают с упрямством и упорством. Поведение владельцев этого имени предугадать сложно. Человек может быть в данную минуту очень открытым, дружелюбным, общительным и позитивным, а через несколько минут стать социопатом и затворником. Предугадать такую смену настроений практически невозможно. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.